Говорят, что, удирая с поля боя, лживый крыса было белее мела. Клич мятежный слыша за собою, с высоты дождем летели стрелы. И под этим смертоносным градом людям его жизнь казалась адом. Скоро, умоляя о прощении, крыса будет ползать на коленях. Тем временем барды делали все возможное, чтобы подорвать авторитет крысы. А поскольку в проницательности лорда Вулсака стали сомневаться, сэр Лонгарм взял командование на себя. Вскоре вы узнаете, что ваш сосед, энергичный лорд Мэнкин, также выступил против врага. Лепиус, нужно заняться этим Мэнкином. Если взбунтуется хоть один из лордов, к нему присоединятся и остальные. Ну, сперва я должен вернуть свои собственные графства, и у меня не хватает людей. Я ожидал подкрепления. Довольно. Или вы захватите графство Мэнкина, или я вас вздерну. В награду за службу я назначаю вас командующим всеми нашими войсками. Вы это заслужили. Первое ваше задание – оказать помощь лорду Мэнкину и заставить противника снять осаду с его владений. Владение лорда Мэнкина в осаде, и для нас жизненно важно удержать его графство. Высадитесь там с отрядом копейщиков, возглавьте его гарнизон и одержите победу. Если мы преуспеем здесь, поднимутся и другие графства. Нас атакуют! Все на стены! Мы уже идем! Выступаем! Мой лук к вашим услугам! Куда пойдем? Мы уже в пути! Всегда готовы! Есть ваша светлость! Ждем ваших приказов! Не хватает рекрутов, сэр! Милорд, уже идем! Ваши указания! Мы уже идем! Что нам делать? Выступаем, а? Есть ваша светлость. Не хватает рекрутов, сэр. Какие будут указания? Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Всегда готовы. Мы уже идем. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Лети отсюда. Лестницы долой. Ваши указания. Выступаем. Что нам делать, а? Есть ваша светлость. Можете рассчитывать на нас. Лучники готовы. Приготовить стрелы. Куда пойдем? Проще нет. Нет свободных людей для этой работы.
всегда готовы. Запросто. Идем ваших приказов. Ваши указания. Враги не выдержали нашего натиска. Это нельзя здесь разместить, милорд. Что нам делать? Мы уже идем. А? Выступай, можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Всегда готовы. Ваши указания. Что нам делать? А? Есть ваша светлость. Мой лук к вашим услугам. Милорд, мы идем. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Мы уже в пути, да? Уже идем. Лучники готовы. Мы идем. Мой лук к вашим услугам. Милорд, мы уже в пути. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов, сэр. Запасы провизии пополняются, сэр. Казна пустеет, ваша светлость. Нужно больше дерева. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Уже идем, да? Мы идем. Куда пойдем? Лучники готовы. Дерево, милорд. Всегда готовы. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Милорд.
Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Да? Уже идем. Ваши указания? Можете рассчитывать на нас. Что нам делать? Так просто. Мы уже идем. Выступаем. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает оружия, сэр. А? Есть ваша светлость. Удалось проникнуть сюда без моего ведома. Все равно я прикажу своим людям уничтожить тебя. Нужно больше дерева. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы идем. Мой лук к вашим услугам. Милорд, мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Какие ваши указания? Уже идем. Можете рассчитывать на нас. Это не так просто. Нас атакуют войска крысы. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Мой лук
вашим услугам. Идем в ваших сетях, милорд. Мы уже в пути. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Мы уже идем. Выступаем. Противник пал! Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Нужно дерево. Да? Лучники готовы. Уже идем. Мой лук к вашим услугам. Мы идем. Милорд? Можете рассчитывать. Всегда нас. Готовы. Не хватает оружия, сэр. Нужен камень. Какие будут ваши приказы? Да? Мы уже в пути. Лучники готовы. Мой лук, милорд, вашим услугам. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Да? Уже идем. Лучники готовы. Мой лук, вашим услугам. Милорд, мы идем. Какие будут указания? Мы уже в пути. Ваши указания? Что нам делать? А? Можете рассчитывать на нас. Ждем ваших приказов. Куда пойдем? Есть ваша светлость. Всегда готовы. Ваши указания? Мы уже идем. Нужен камень. Можете рассчитывать. Что нам делать? Выступаем. Запасы камня слишком малы, сэр. Нужен камень. Нужен камень. Ждем ваших приказов. Уже идем, да? Мы идем. Запасы камня слишком малы, сэр. Можете рассчитывать на нас. Есть ваша светлость. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы уже в пути.
Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Уже идем. Можете рассчитывать на нас. Послание от крысы. Вот теперь тебе стоит побеспокоиться. Моя армия скоро настигнет тебя. Милорд, какие будут указания? Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Нас атакуют войска крысы! Ждем ваших приказов! Мой лук к вашим услугам! Мы идем! Мы уже в пути! Можете рассчитывать, это не так просто! Всегда готовы! Мы уже идем! Уже идем! Ждем ваших приказов. Милорд, мы идем. Какие будут указания? Можете рассчитывать на ваши указания. Хватает оружия. Лучники готовы. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Милорд, уже идем. Какие будут указания? Можете рассчитывать, что нам делать. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов, да? Мы идем.
Лучники готовы. Мы уже в пути. Можете рассчитывать на нас. Мой лук вашим услугам. Эльса точнее. Уже идем. Готовься. Мы идем. Мы уже в пути. Приготовить стрелы. Уже идем. Целься. Милорд, целься точнее. Готовься. Куда пойдем? Далеко идти. Какие будут указания? Мы идем. Всегда готовы. Ваши указания. Легко. Дама крепко держался. Что нам делать? Выступаем. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. А? Есть ваша светлость. Можете рассчитывать на нас. Да? Мы уже в пути. Лучники готовы. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Послание от крысы. Только не это! Я не могу поверить! Идиоты! Меня окружают идиоты! Как могло у тебя получиться разбить мои войска? Должен сказать, что я просто потрясен вашими военными успехами. Мне уже приходила в голову мысль заняться этим жалким крысенком. И я думаю, мы придем к взаимовыгодному соглашению.